Февраль для тюменцев станет спортивным. Инструкторы по месту жительства подготовили для горожан более 500 мероприятий. Это веселые старты, мастер-классы, а также занятия в фитнес-клубах и танцевальных студиях. Но больше внимания уделят все-таки зимним видам спорта, катанию на коньках и не только. Еще одним из интересных видов является хоккей в валенках. В этом году мы начали сезон с этого вида, и он продолжается. В настоящее время проходит первенство города по данному виду. Положение можно посмотреть на сайте спортивной школы «Рубин». Они являются организаторами этого мероприятия. Подать заявку и поучаствовать в этом мероприятии. В прошлом году по месту жительства занимались 24 тысячи человек. Расписание работы спортинструкторов в феврале можно узнать на сайте администрации города.